Накануне в Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьева состоялась очередная встреча в литературной гостиной «Камин». На этот раз тема для обсуждения была продиктована романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Антиутопия, роман-предупреждение, роман-притча. На протяжении прошлого века литературоведы рассматривали «Повелителя мух» как указание на то, чем может закончиться приверженность идеям нацизма и фашизма. Но кроме этого, Голдинг сумел показать не только конкретные для определенного времени идеи, а сущность человеческой натуры, греховной, страшной и готовой опуститься до самых жестоких преступлений, если нет сдерживающей силы. Такие литературные встречи с обсуждениями и дискуссиями планируется проводить 4 раза в год. Тема вечера будет обусловлена тем или иным произведением, которое объявляется заранее. Слушатели – молодые работники ММК и студенты, лекторы и ведущие специалисты вуза. Так, на этот раз в этой роли выступили доктора филологических наук Татьяна Абрамзон и Константин Савельев. Инициаторами проведения подобных мероприятий стал Союз молодых металлургов. Поддержку в организации встречи оказали Институт гуманитарного образования МГТУ и Объединение городских библиотек. Мы считаем, что человек, читающий книги, это в первую очередь мыслящий человек. Человек, способный анализировать текущую действительность. И это люди, способные двигать предприятие и в целом страну вперед. Поэтому данным мероприятием мы хотим объединить людей, которые сейчас читают книгу, и привнести вот эту культуру чтения в массы.